Всем привет, с вами Соус, и сегодня я покажу, как отключить вертикальную синхронизацию в игре Fallout 4 и тем самым поднять FPS. Но перед тем, как это сделать, настройте графику игры, так как после этого сделать это будет невозможно. Так, для начала заходим в локальный диск C, папку пользователей, папку с названием вашего компьютера, документы, My Games, Fallout 4, открываем первый файл, редактируем его, ставим значение 0 в первом параметре, сохраняем и с помощью свойств применяем атрибут только чтения. Открываем следующий файл, ищем этот же параметр и здесь тоже ставим 0, закрываем, сохраняем и также ставим атрибут только чтения. Все, вертикальная синхронизация отключена, FPS повысится, графику настройте, все, до свидания.